А что вы несете там? А знаешь, где надо собирать? В том маленьком леску нашли такую длинную тропу. Во. Ничего себе. Нашли очень длинную тропу. Ничего и маленьких себе. Шампиньончиков. Это надо в том маленьком леску. Всем привет, друзья. Сегодня наши детки ходили, собирали грибочки. Я решила пройтись тоже. Может, думала, что-то найду. И вот первый урожай. Вот еще грибочек. Это уже 30 октября. Урожай еще есть. Не прячется их, конечно. Надо очень тщательно искать. Немножко поврежденный, но ничего. Наверное, люди тут ходили, искали и не нашли. Детки наши проходились только что утром, но немножко пропустили. Думаю, дай-ка пойду я за ними проверю. Оказывается, тут еще есть. И неплохие такие. Они пришли такие довольные, счастливые. Полное ведро набрали сами. Ну, такая прелесть. Надо, значит, еще поискать туда. Ну да, вот, оказывается, еще есть. Надо внимательно смотреть. Еще есть, конечно, он уже старенький, не будем его брать. Поставим на семена. Да, по грибы, конечно, очень интересно ходить, искать их. Молоденькие. Красота. Там совсем маленькие. Вокруг этой дрозы, в основном или внутри них, или по кругу. Вот в самой дрозе есть грибочки. Там еще я где-то увидела. Друзья, смотрите, что я нашла. Целое семейство. Немножко траву убрать.
еще, еще, еще. Вот, вот. Еще нашла молоденький. Это еще маленький. Я даже недавно туда кто-то срезал. И прям дорожка, дорожка. Красота, просто. Посмотрите. Маленькие такие. Помечтать можно о таком. Просто сказка. Даже я шла. Пропустил одну. Еще нашли маленьких. А где вы их нашли? Где вы их нашли? О! И улазит два. Так, аккуратно, бы мама вон там нашла. Надо сейчас срезать. Аккуратно, аккуратно. Сын, ты сейчас его наступишь сзади тебя. Откуда ты столько нашла? Ты вот так. Ты нашла, сейчас его наступишь. Смотри. Вот. Нашли. Дай мне ножичек. Подожди. Откуда ты столько много сразу нашла? Ну, ходила. Где? Где? Угу. Я говорю, там что-то. На сегодня уже все. Вот такой вот урожай. Почти ведро. Это мы находили.